Друзі, як ми і говорили, що вчора був день вишиванок. Всі, хто мали таку можливість, то мають вишиванку в себе вдома, в запасі. Одягали їх і ходили вулицями міста Миколаєва. Я особисто бачив це. Сьогодні ж, точніше, завтра відбудеться мегамарш у вишиванках. Також організатори планують зробити вишиванку на асфальті. Побачимо, як у них це вийде. Тому і ми вирішили є багато поговорити варіантів. Сьогодні про вишиванки, не саме про як одяг, а про історію вишиванок і які вишиванки є актуальними і саме на Миколаївщині. Отож, у нас сьогодні в гостях Світлана Романенко, завідуюча відділом пересувних та стаціонарних виставок Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий дякую за те, що завітали до нас. Звичайно, не вишиванки в нас на столі, уже заготовлені, так скажемо, але з елементами вишивки, тому що вишивка для українців, я думаю, це завжди було характерно. Так, це наша ідентифікація, скажімо так, серед інших національностей, наші орнаменти і так далі. Про це пропонуємо сьогодні і поговорити. Да, конечно, вишивка займала огромную нишу в творчестве украинского народа и присутствовала как на вот рушниках, так и на сорочках. Были, вы знаете, и праздничные, и будничные сорочки. И даже вот будничную сорочку ее все равно украшали вышивкой, но она была не вот такая вот красивая, красно-черная, а была в однотонной гамме. То есть либо по белому полотну вышивали белыми нитками, либо коричневыми. До речи, эта мода зараз повертается, вот белый по белому. Да, вышивка очень изысканная, очень оригинальная. В принципе, как на праздник можно одеть такую сорочку, так и на работу, наверное, можно прийти в такой вышитой сорочке белым по белому. И наш музей, как краеведческий музей, мы с самого начала своего основания собираем вышитые образцы, как сорочек, так и рушников. Ну и сейчас это и вышитые картины, и вышитые панно. То есть вышивкой украшают, у нас даже обувь есть, украшенная вышивкой. Так что это целый такой пласт культурный, который изучается, который сохраняется. И я надеюсь, что да, который будет передаваться из поколения в поколение, потому что это интересно, это самобытно. И всегда девушка, которая может там вышить пару стежков на своей блузочке, она будет выгодно отличаться от девушки, которая будет просто идти в белой блузке, правда? Я думаю, что все на такое обратят внимание. Тож ми б хотіли запитати, ми бачимо які, тут так, декілька видів. Рушники, ось бачимо вишиті. Що це, скажімо так, які це орнаменти, можливо, щось характерне розповісти саме про кольори. І чим відрізняється ця вишивка від цієї, наприклад? Я хочу сказати, що ну, украшати одежду, украшати рушники можна було двома видами, двома техніками. Вишивка і тканні рушники. Ну і в первую очередь рушник что такое? Это полотенце для вытирания лица, тела, правда? Такие полотенца богато не украшались. Я вот принесла, это вытканный рушник. Вы видите несколько простых полосок, расположенных вертикально и горизонтально. И вот такой вот рушник использовали для вытирания. Называли такие рушники стырки, утирачи. Да, вы, наверное, знаете. Я дивлюсь, как раз такая домотканная материал, такие так простые. Да, у нас Лена Николаевщине, к сожалению, не очень хорошо рос. Волокно получалось короткое, поэтому выращивали коноплю из конопляных ниток. Уже ткали потом полотно, и вот конопляное полотно вот именно на этом рушнике. Оно не всегда хорошо отбеливалось, могло иметь вот такой вот сероватый оттенок. Я думаю, что навіть у деяких бабусь досі зберігаються такі рушники. До речі, український народ оригінальний. Я колись просто вивчав назви всіх цих рушників, і утирачі, і втирачі, і це так все відрізняється. Да, все зависело не только по функциям, но еще зависело от того, в какой местности человек проживает, какие были свои наречия, да, где-то смешанное население. Вот у нас Николаевщина многонациональная, у нас хранятся рушники практически всех национальностей, не только украинские, молдавские рушники, русские, болгарские, белорусские рушники. И все это можно, многонациональность Николаевщины показать только на примере рушников. Это тоже довольно таки интересно. До речі, інших національностей є якісь якась, можливо, приклад з, скажімо так, етносу взагалі із з якоїсь нації якоїсь, чим відрізняється характерно від наших рушників? Да, конечно, і по техніці отличаються. Ну, допустим, ми знаємо, що болгари вишивали, даже крестик називається болгарський крестик, двойной крест називається болгарським крестом. От у нас терновські болгари вишивали в основному таким двойним крестом. Кроме того, особливості орнаменту.
орнамента. Если украинские рушники – это очень пышный растительный орнамент, это вазоны, то, допустим, в болгарских рушниках встречаются такие своеобразные элементы вышивки. Ну да, вот мы видим вот такой вот вазон. Говорят, что у нас на Николаевщине вышивка двухцветная, красно-черная, но это не всегда так. Очень часто полихромная вышивка, то есть многоцветие встречается в рушнике. И вот растительные элементы добавляют еще, допустим, вот в данном случае клубника, какие-то яблочки встречаются, вишенки на наших рушниках. Очень много птичек на рушниках Николаевщины. Но все это отражает наш, наверное, богатый природный мир, и поэтому рушники вот такие вот яркие, красочные, с большим количеством орнамента. Рушники взагалі несуть в собі якусь символіку. На миколаївських рушниках яку символіку несуть рушники кожен стіжок? Да, конечно, каждый рисунок, каждый орнамент, он что-то обозначает. К сожалению, вот в конце 19 века уже в связи с такой бурной, активной жизнью люди меньше обращали внимание на вот эти вот моменты. Но, тем не менее, вот тот же вазон, который мы показывали, это своеобразное дерево рода. Мы видим, что делится на три части, как правило, вазон или дерево, которое растет из семечка или из зернышка или из маленького вазона. Вазончика делится на три части: подземный мир, земной мир и мир духовный. Вот так можно поделить. А можно сказать, что это подземный мир — это наши предки, души которых уже не с нами, но которые следят за тем, как же мы живем. Вот земной мир — это мы с вами, а то будущее, то небо — это те детки, которые появятся, внуки, правнуки, то есть продолжение рода. Я знала, что на весільних рушниках, коли дерево роду вишивається, то гілочки, які вверх, це родичі, які живі, гілочки, які вниз, це родичі, які померли, і вони також вони зростають. І, до речі, помітимо знову ж таки, що триєдине єдність все ж таки в українців, знову ж таки, число три, воно таке характерне. Ну, воно для многих народів характерно, ну, і в тому числі і для нашого. Очень интересно, мы вот привыкли, что рушник, он всегда в доме, да, он на во время какого-то обряда использовался. Ну, вот я принесла образец кролевецкого рушника, такие рушники были распространены по всей Украине. Почему называются кролевецкие? Их ткали в городе Кролевец Сумской области и потом продавали на ярмарках и базарах. До революции стоили огромные по тем временам деньги, полтора рубля, за полтора рубля можно было купить такой рушник. Ну и вот они использовались для украшения, в школах висели, в церкви, в каких-то общественных местах могли вот такие вот яркие красочные кролевецкие рушники. Вручную они вышивались? Они не вышивались, они ткались на ткацком станке, вручную вытканные. И вот, кстати, этот рушник, он совсем недавно попал в наш музей. На этой неделе пришла женщина, Жарая Тамила Ивановна, и принесла три кролевецких рушника в подарок. То есть жизнь не останавливает, в том числе и музейная жизнь, и коллекция наша рушников пополняется как дореволюционными образцами, так и современными. До речі, який є наш... Так, давайте. На невеличку музичну паузу. А після паузи дізнаємося, які ж найдавніші, найстаріші є. Поговорити про експозицію саме музею рушників. Тож, друзі, ми вже повернулися. Такий позитивний кліп, і продовжуємо, думаю, на такому ж позитиві. Хотілося б дізнатися все ж таки про рушники рекордсмени в певних галузях, скажімо так, найстаріші, найдавніші, які є екземпляри. Ну, ми говоримо о нашій колекції музейній. Ну, самі старі рушники відносяться к концу 19 века, тому що наш музей, він относительно молодий, колекцію почали збирати з 1913 року, тому от рушники, які могли собрать в тот период. Ну да, так відносно, 1913-й. Да, ну молодые мы. И вот есть даже датированные. Очень интересно, когда на рушнике стоит дата. Вот у нас есть целый ряд датированных рушников. Не сказала, каким чином дату? Ее прошивали? Ее вышивали. То есть уже в начале 20 века появляются журналы, в которых печатали образцы, там цифр, букв, и начинают вышивать вышивальщицы. Иногда перешивали просто-напросто. Вот неграмотная была женщина, и она воспринимала буквы как элементы орнамента.
орнамента, и они в зеркальном отражении у нас на рушниках встречаются. Это тоже там. Хотя бы там цензура. Ну, монограммы, первые буквы. Ну, очень много надписей. Вот у меня есть несколько надписей, которые на рушниках можно встретить. Допустим, при матери при солнце тепло, при матери добро. К свадьбе два кольца с милым до венца. Не красна моя работа, угодить была охота. Вышивать тяжело, смотреть легко. Смотрите на рушники, хвалите руки мои. Действительно, мы смотрим на рушники. Мы можем не знать имен вышивальщиц, но мы хвалим их работу за ту кропотливость, за терпение, за вот этот талант, за то, что они донесли до нас вот эти частички древней истории. Ну, а говорить о каких-то там рекордсменах, вот у нас пятиметровый есть рушник. Для нашей Николаевской области это не совсем характерно, вышивала его заслуженный мастер народного искусства Валентина Борисовна Дымова и подарила полностью вышитый часть. Он вышитый два конца и посредине герб. Ну, вышивка очень большая, там порядка полутора метров по краям и по центру герб. А за какой целью? Для цели, для какой выставки? Это было к 70-летию нашей области, она вот сделала подарок нашему краю. В 2011 году мы вышивали рушник, коллективная работа была. Рушники 200 с лишним человек, причем были поражены посетители, мы садились за рушник, он тоже 4-метровый, несколько человек и сразу вышивали, ну вот такое душевное единение было. Да, мы разные поколения собирали за этим рушником, очень интересно прошла наша акция, этот рушник тоже хранится в фондах нашого музея. Дійсно цікаво таке. Я хотіла ще звернути увагу на рушники, про які ми не договорили. Мені здається, чи це весільний рушник, тому що бачу на ньому квітки, також дерево. І так якось такий образ, все ж таки, так? У нас сформулировано, что это может быть весильный. Ну, да, это свадебный рушник. Вообще в свадебном обряде, ну, где-то в 20 элементах использовали рушник. Там и молодые на рушник, и руки перевязывали рушником. Да, 50 рушники выкористовывали. Да, да, и приданная девушка готовила себе рушники. И висели, допустим, рушники, когда молодые за столом сидели. И иконы, знову ж таки. Да, иконы родители подавали, каравай выносили, там крест-накрест на каравай рушники. То есть в разных... Не даремно казали, что за рік дівчина має сідати і вишивати там чи за два приготування хвостів. Да, девушки начинали заранее готовиться к свадьбе, где-то с 8-12 лет уже готовились к этому событию важному. Так, ми дякуємо вам за таку цікавий такий екскурс у світ вишивки, у світ цієї майстерності. Дякуємо за те, що завітали до нас. Дівчата готувалися до весілля.